Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер-студія». З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні наш ефір присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком легень. До нашої студії сьогодні завітав Сергій Прохода, завідувач онкологічним торакальним відділенням Одеського обласного онкодиспансеру. Вітаю вас! Доброго дня! А також Олександр Антонюк, завідувач онкохірургічним відділенням пухлин голови та шиї Одеського обласного онкодиспансеру. Доброго вечора! Добрий вечір! Отож, почути діагноз рак для людини – це прирівнюється до смертельного вироку, до смертельного діагнозу. Але лікарі запевняють, що якщо виявити захворювання на ранніх стадіях, то можна зекономити і гроші, і своє здоров'я. Отож, як вчасно виявити захворювання? Чи це можливо тільки при проходженні обстеження? Чи є якісь тривожні знаки, які повідомляють людині, що потрібно звернутися до лікаря? Прошу, Олександр, можливо, ви? Да, могу, конечно. Я... Добрый вечер, уважаемые телезрители. Дело в том, что в онкологии, как и в любом другом, любой другой специальности в медицине, очень важен первый контакт, то есть врач первого контакта, который даст направление в нужную сторону для того, чтобы провести наиболее качественную диагностику и таким образом выявить заболевание на ранних стадиях и получить квалифицированную помощь. Поэтому я призываю всех обращаться к врачам-онкологам, в частности, онкологического диспансера, потому что именно врач-онколог является тем врачом, который сможет наиболее качественно заподозрить, наиболее качественно выявить данное заболевание, предложить больному наиболее эффективные методы лечения данной патологии. Я не умаляю достоинства врачей других специальностей, но тем не менее каждый занимается своим делом, и мы онкологией занимаемся профессионально и в течение очень длительного времени. Якщо ну, от не говорити про обстеження повне, а якщо ось людина живе собі просто життям, так, і можливо є якісь тривожні знаки, там, втома, кашель, ну щось таке, що може спровокувати, що він піде до доктора. Да, являются, есть такие малые признаки, так называемые онкологии, когда, в общем-то, само заболевание еще не проявилось клинически, но тем не менее есть какие-то предвестники, которые, по которым можно определить возможное начало, это не обязательно возможное начало данного заболевания. Если это говорить о опухолях верхних дыхательных пищепроводящих путей, то это боли в горле, тяжесть при глотании, дискомфорт при глотании, наличие так называемого комка в горле, осиплость голоса, утомляемость голоса. Часто такие симптомы являются ранними симптомами до клинического появления злокачественных опухолей. Если говорить о опухолях щитовидной железы, то это увеличение щитовидной железы, это припухлость, проекция щитовидной железы. Опять же, нарушение глотания, чувство комка за грудиной. Данные симптомы еще могут способствовать, вернее, появляться при заболевании щитовидной железы в доклинической стадии, когда она еще не определяется обычными методами лечения. Поэтому на эти симптомы при моей патологии стоит обратить внимание. То есть это затруднение глотания, дыхания, чувство комка за грудиной, появление опухоли в проекции шеи щитовидной железы. Сергій, я знаю, що кашель, задишка, втома зараз прирівнюють до симптомів коронавірусу. Але це також симптоми і раку легень. Як людині не вести себе в оману та зрозуміти, чи коронавірус це, чи рак легень? Ну, во-первых, я очень благодарен вашему эфиру за то, что вы обратили внимание на эту действительно серьезную и сложную проблему. Должен сказать, что рак легких по-прежнему остается одной из самых серьезных проблем в современной онкологии. К сожалению, он продолжает занимать первое место по заболеваемости у мужчин и, к сожалению, первое место по количеству смертей. И ежегодно в нашем регионе регистрируется около 600-700 случаев рака легкого. И в преддверии Дня борьбы с раком легкого я очень благодарен тому, что на эту проблему начали обращать серьезное внимание и Департамент здравоохранения, и депутатский корпус, и новый руководитель нашего учреждения тоже намерен провести самые серьезные мероприятия для того, чтобы это заболевание выявлялось как можно раньше и лечилось как можно лучше. И Александр Валерьевич совершенно прав в том, что
эту болезнь необходимо лечить только в онкологическом учреждении. Что касаемо связи с коронавирусом, я понял ваш вопрос и должен сказать, что действительно эти заболевания могут быть несколько похожи. Отличие заключается в том, что все-таки коронавирус – это острое респираторное заболевание, которое возникает быстро, очень быстро прогрессируют симптомы, оно имеет свою специфику, оно имеет свое вирусное происхождение и отличается от рака легкого тем, что там это все происходит гораздо медленнее, как правило, у людей, которые являются хроническими курильщиками, но некоторые симптомы действительно похожи. Это и кашель, это и одышка, это и кровохаркание, которое может быть, это и лихорадка, которая может быть связана с тем, что при опухолях возникают и воспалительные вторичные осложнения. Чи вот. Почали до вас частіше приходити люди з симптомами нібито коронавірусу, а виявляється, що вони хворі на онкологію? Ну, это не совсем так. К нам действительно стали намного чаще обращаться люди, но, как правило, после уже перенесенного коронавирусного заболевания, потому что коронавирус имеет свои особенности и рентгенологические, и по данным компьютерной томографии. И так как это заболевание требует рентгенологического контроля, в частности, компьютерной томографии по протоколам своей диагностики и лечения, то, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В ряде случаев эти люди выполняют компьютерную томографию, и у них обнаруживаются опухоли, которые себя пока клинически не проявляют. То есть ранние формы опухолей легких и после излечения от коронавирусных заболеваний эти пациенты попадают к нам и уже получают специализированную диагностическую и лечебную помощь по поводу опухолей легких. Ви сьогодні вже двічі повторили про те, що краще йти до спеціалізованого відділення онкодиспансеру, якщо є така проблема. Чому? Чому люди повинні звертатися саме сюди? Чому не, ну, скажімо так, проходити лікування в міських обласних лікарнях, ну, не краще? Ну, мы, в общем-то, не умаляем достоинства городских больниц, городских поликлиник, медицинских центров, частных медицинских центров. Там тоже работают врачи, но каждый занимается своей специальностью профессионально. Мы профессионально занимаемся онкологией. Мы не занимаемся ни пластической хирургией, мы не занимаемся ни косметическими операциями, мы занимаемся лечением злокачественных опухолей. Это наша профессия. В этом плане у нас накоплен достаточно богатый опыт. У нас есть наработки. Мы работаем строго по протоколам, которые утверждены и Европейской ассоциацией онкологов, и Международной ассоциацией онкологов. И у нас персонал подготовлен к работе с онкологическими больными, как с минимальными опухолями, то есть с минимальным проявлением опухолевого процесса, так и с запущенными опухолями, чего, в общем-то, не всегда умеют делать врачи общелечебной сети. Поэтому каждый занимается своим делом, здесь ничего нет удивительного. Мы занимаемся лечением рака, мы занимаемся лечением злокачественных опухолей. Кристина, я прошу прощения, можно я еще дополню Александра Валерьевича? Дело в том, что лечение онкологических больных далеко не всегда начинается с оперативного вмешательства. И для определения тактики лечения, этапности лечения у нас обязательно собирается мультидисциплинарный консилиум. И пациент, который поступает к нам, обследуется и у которого подтверждается онкологический диагноз, он обязательно проходит через такой консилиум, который определяет, как, когда, в каком количестве тот или иной этап лечения, это может быть оперативное лечение, это может быть лучевая терапия, это могут быть курсы химиотерапии, будут проводиться этому больному от начала до завершения лечения. Такой возможности нет ни в какой клинике, а именно этого требуют международные протоколы лечения онкологических больных. Второй момент, на котором я еще хотел бы остановиться, это экономическая составляющая этого лечения и диагностики, что достаточно актуально в настоящее время.
существует программа медицинских гарантий, которая помогает больным, которые обращаются в специализированные онкологические учреждения. Я сейчас говорю не только о нашем онкодиспансере, а вообще о сети онкодиспансеров Украины, имея электронное направление, попасть в эту программу медицинских гарантий. И тогда то, что необходимо такому больному в плане диагностики и лечения, он имеет возможность получить безоплатно. И это тоже очень важно, потому что, получая те или иные виды диагностики в других лечебных учреждениях, пациенты порой вынуждены оплачивать и дорогостоящие диагностические мероприятия, и дорогостоящие лекарства. Ось, ви сказали, що безоплатна діагностика, лікування та препарати. Да. Тобто усі ліки за рахунок держави, НСЗУ, правильно? Ну, ті, які предусмотрены программой медицинских гарантий и пакетами медицинских услуг диагностических и лечебных, которые заключены между лечебным учреждением и Национальной службой здоровья Украины. У нас на сегодняшний день 8 таких пакетов заключено, и Национальная служба здоровья Украины обеспечивает реализацию 8 диагностических и лечебных пакетов, которые предоставляются нашим больным. Як щодо можливостей онкодиспансеру, зараз зайшла нова команда в адміністрування. Яке обладнання вже прийшло за цей місяць? Що ви можете сказати з цього приводу? Диспансер постійно розвивається. Тобто ми постійно, в общем-то, стараємося модернізувати своє обладнання. В частності, по моїй спеціальності, 2 августа, це я вже можу точно назвати дату, починається монтаж нового отоларингологического оборудования, эндоскопического оборудования, где будут жесткие и мягкие эндоскопы для улучшения качества диагностики и таким образом улучшения дальнейшего лечения больных с заболеванием верхних дыхательных и верхних пищепроводящих путей. Это великолепное оборудование, которое куплено за бюджетные средства, поступило к нам в онкодиспансерии. Администрация всячески старается помочь в том, чтобы оно пошло в эксплуатацию максимально быстро. Корейский комбайн ЛОР, комбайн с эндоскопической оптикой, шведское эндоскопическое оборудование, которое из Швеции, в общем-то, мягкие эндоскопы. Я надеюсь, что это будет весомым фактором в улучшении диагностики и лечения больных данной локализации. А как еще до вашего отделения? Ну, вы уже были в нашем лечебном учреждении, и вы общались и с сотрудниками, и с Вячеславом Алексеевичем Полясным. Вы знаете, что львиную долю лечения онкологических больных с раком легкого занимает лучевая терапия. И в планах руководства расширять возможность лучевого лечения планируется установка линейных ускорителей, введена в эксплуатацию гамма-камера, то есть имеются действительно хорошие, отличные перспективы для лечения больных, большие планы, и я уверен, что они будут реализованы. Теперь повернемось трішечки безпосередньо до хвороби. Які є профілактичні заходи, аби вберегти себе? Хто відповість на питання? Общие, в общем-то, меры, которые предотвращают появление злокачественных опухолей, это прежде всего избегать вредных привычек. Это курение, это злоупотребление алкоголем, потребление психотропных лекарств и других препаратов. Второе – это рациональное питание. Рациональное питание, включающееся полноценное питание, микроэлементы, витамины и так далее. Это психологическое здоровье, тоже немаловажный фактор. То есть человек, который ментально здоров, в здоровом теле, здоровый дух. И наоборот, имея здоровый дух, будем иметь здоровое тело. Ну и если вдруг, не дай бог, где-то что-то как-то, и будет что-то беспокоить, то, в общем-то, мы всегда готовы помочь. Касаемо рака легкого, ну и в принципе, вы говорите о профилактике, и Александр Валерьевич сейчас остановился на методах первичной профилактики. Это профилактика, касающаяся в принципе здоровых людей, для того, чтобы по возможности избежать заболевания онкологического. Ну, хочется добавить, что
по статистике курильщики в 10 раз чаще болеют не только раком легкого, но и раком гортани, но и раком губы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта. То есть это действительно вредная привычка, от которой стоит отказываться. Но существует еще такой метод профилактики рака легкого, как диспансеризация. К сожалению, он после утраты вот этой советской системы здравоохранения был несколько утрачен тоже, но тем не менее это наблюдение за больными, которые страдают хроническими воспалительными заболеваниями дыхательных путей. То есть эти пациенты входят в так называемую диспансерную группу, которая периодически проходит обследование, и если у них возникают изменения, которые подозрительны в плане онкологии, то, безусловно, такие больные должны быть направлены на консультацию в онкологическое лечебное учреждение. Ну и третичная профилактика пациентов, у которых уже установлен онкологический диагноз и они прошли лечение, заключается, опять же, именно в том, о чем уже подробно рассказал Александр Валерьевич. То есть, если человек правильно лечится в том лечебном учреждении, которое этим занимается постоянно, то шансов на рецидив или прогрессию онкологического заболевания у него, конечно, гораздо меньше. Дякуємо вам велике, що знайшли час завітати сьогодні до нашої студії. Я нагадаю, сьогодні наш ефір присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком легень. До нашої студії завітав Сергій Прохода, завідувач онкологічним торакальним відділенням Одеського обласного онкодиспансеру, а також Олександр Антонюк, завідувач онкохірургічним відділенням пухлин голови та шиї Одеського обласного онкодиспансеру. Мене звати Крістіна Черновалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.